все, время у нас исчерпано. И я объявляю следующий доклад Никитина Екатерины Александровны, которая представляет Институт физиологии имени Павлова, Санкт-Петербург, и Российский государственный педагогический университет имени Герцена. Обучение и забывание, роль сигнального каскада, ремоделирование актина. Пожалуйста, Екатерина Александровна. Добрый день, коллеги. Постараюсь уложиться. Значит, мой доклад посвящен соотношению, да, и роли обучения и забывания в когнитивных нарушениях. Так, да? Ага. И всем известно, да, что актуальная проблема современной нейронауки – это изучение как протекания, так и возможных подходов к лечению нейродегенеративных заболеваний. И вот здесь это представлены ведущие причины смертности по данным ВОЗ за 2019 год. И впервые в 2019 году эти заболевания выходят, в общем-то, уже попадают в десятку и выходят на 7-е место. Это достаточно высокий показатель. Конечно, то, что было потом, несколько меняется статистика в связи с пандемией, они уходят из этой десятки, но вряд ли они теряют свое значение. И когда пройдет, да, вот этот наш период инфекционный, то, скорее всего, что мы опять увидим подобную картину. Так. Вот. Что касается симптомов нейродегенеративных заболеваний, всем известно, что они сопровождаются триадой, дефектами памяти и обучения, локомоторными и дефектами и амилоидоподобными включениями. Ну, оставим два последних симптома, да, и больше обратимся к первому, дефектам памяти и обучения. И в последнее время встает достаточно острый вопрос, что же является причиной этой когнитивной патологии. Либо это дефект обучения и консолидации, или же нарушение механизма забывания. Ну, надо сказать, что в последнее время, буквально последние, наверное, 10 лет, идет просто шквал публикаций по поводу забывания, которым раньше такого большого значения, в общем-то, не уделялось. И приобретение информации или обучение как раз имеет свою противоположность забывания. Нужно учесть, что для хранения информации необходимы оба процесса. И сейчас вот очень активно развивается это направление, выделяется и активное забывание, и пассивное забывание, и у активного забывания много форм, у той же дрозофилы, например, целых 4 формы забывания выделяют. И, конечно, в этой связи очень интересно разобраться с тем, как же все это происходит. И как раз забывание и обучение, они контролируются различными каскадами, а к забыванию непосредственное отношение имеет каскад ремоделирования актина, ключевым ферментом которого является как раз лимкиназа 1. Вот здесь картинка, на которой как раз изображен дофаминовый нейрон, о котором мы чуть позже, до которого мы дойдем. И как раз вот эта картинка из статьи Дэвиса и Джонга 2017 года. Да, ну, как раз вот Рональд Дэвис – это один из таких корифеев, занимающихся этой проблемой забывания на сегодняшний день. И есть, что касается нейродегенеративных заболеваний, есть довольно большое количество теорий по поводу их этиологии. Одна из них называет болезни, нейродегенеративные болезни болезнями актинового цитоскелета или экофилиновыми нейропатиями. И здесь мы видим лимкиназу человека, да, и у лимкиназы человека есть 4 изоформы, в отличие от дрозофилины, у которой 5 изоформ, да, и надо сказать, что ген лимкиназа человека, он значительно больше, чем ген лимкиназа дрозофилы. Ну, там 39 тысяч пар нуклеотидов, у дрозофила только 7-800. Да? Но, тем не менее, функции их достаточно сходны. И не буду долго восхвалять модельный объект, да, но действительно роль дрозофилы сложно переоценить. И для познания как раз причин различных заболеваний модельные объекты совершенно необходимы. Хочу упомянуть, что как раз очень удачно получилось. Все 3 доклада, они говорили, первых, да, о различных модельных объектах. И именно на этих объектах как раз и изучались особенности забывания, как на зебра фиш, так и на моллюсках, и на дрозофиле. Но на дрозофиле таких исследований уже на сегодняшний день известно достаточно много, как я говорила, уже целых 4 формы забывания у дрозофила известны. Значит, непосредственно к нашим, да, результатам. Нами разработана модель, да, с дефектами лимкиназы у дрозофила меланогастер. И отсеквенирован этот участок, и выявлены 4 линии с полиморфизмами по локусу как раз агности, где находится ген лимкиназа дрозофила. И
Вот эти полиморфизмы в фенотипическом проявлении, как раз в том числе, там достаточно много фенотипических проявлений, но в том числе характеризуются когнитивными нарушениями, то есть нарушениями обучения и памяти. Надо сказать, что обучение и память, и в том числе забывание, на сегодняшний день у дрозофилы исследуется в мире, но в других парадигмах. В основном с использованием негативного подкрепления электрошоком. Мы же со своей стороны обучение и память смотрели в парадигме условно-рефлекторного подавления и ухаживания, которая является достаточно физиологичной такой методикой и позволяет уйти от каких-то стимулов, которые, естественно, в жизни дрозофилы, как электрошок, в общем-то, не присутствуют. И изначально мы начали вот с тех самых линий с полиморфизмом по гену лемкиназы и посмотрели у них сначала без динамики, да, без обращения к забыванию, просто обучение и память. Что мы здесь видим? Линии дикого типа Кантанеса-Берлин, ну, дикий тип, он и есть дикий тип, все у него хорошо, обучается и помнит, а вот линии, характеризующиеся как раз наличием вот этой вот ставки 28 пар нуклеотидов, они характеризуются отсутствием способности к обучению, ну, соответственно, если нет обучения, так, собственно, нет и памяти, да? И здесь интересный момент, как раз по лемкиназе, вот у линии Орегон-Р, у нее изменено соотношение тех самых изоформ, про которые я говорила, да, в пользу более короткой изоформы. А у агностика соотношение у него нормальное, как и у дикого типа, но само по себе количество лемкиназа в 2,5 раза выше, чем у линии дикого типа у Кантанес, то есть у него избыток лемкиназы. Вот. И как оказалось, что это никак не хорошо, а скорее плохо и приводит к тому, что агностика оправдывает свое название и не обучается. Здесь мы посмотрели просто способность к обучению памяти, а в последнее совершенно время мы обратились как раз к изучению забывания и перешли к изучению динамики, да, способности к обучению на таких вот кратковременных интервалах времени 0, 15 минут, 30 минут, 60 минут и 24 часа в сутки. Так, сначала мы посмотрели вот на тех же линиях, на которых смотрели и способность к обучению. В принципе, ничего удивительного здесь мы не видим. Скорее подтверждаем те данные, которые были. Опять же, с Орегоном и Берлином все достаточно... Ой, извините, с Кантанесом и Берлином все достаточно хорошо. Да, и динамика положительная, а вот относительно агностика и Орегона мы подтверждаем полученные данные, и динамика также показывает, что эти линии имеют когнитивные проблемы. Дальше мы задались закономерным вопросом, зависит ли это от кейроспецифической экспрессии лемкиназы. То, что известно, что лемкиназа она присутствует везде, но большинство в нервной системе. Да? И поэтому нами была проверена вот эта динамика кратковременной памяти при различной нейроспецифической экспрессии. Сначала в целом в нервной системе. Что мы здесь видим? При подавлении лемкиназы динамика довольно-таки позитивная. А вот при активации, да, мы видим, что индексы обучения падают. Здесь, опять же, нет противоречия, потому что у агностика как раз большее, да, большее количество лемкиназы, и это тоже влечет за собой когнитивные проблемы и отсутствие способности к обучению. Известно, что различные типы нейронов вовлечены, да, в когнитивные патологии. И поэтому мы обратились к изучению обучения и забывания при различной нейроспецифической экспрессии лемкиназы в разных типах нейронов. Начали с дофаминергических и серотонинергических. Ну, известно, да, что они участвуют, да, известный факт, что они участвуют в процессах памяти. И вот здесь как раз картинка из работы все того же Рональда Дэвиса, из той же самой работы 2017 года. Да, и как раз он здесь тоже пишет о дофаминовых нейронах. Но на самом деле эти результаты, наверное, самые интересные, потому что здесь мы видим, что на протяжении часа динамика особо не меняется, а вот через сутки резко падает и уходит в отрицательные значения до минус 70. То есть, ну, наблюдаем очень значительное ухудшение. Так.
кто там. Следующие – это холинергические нейроны. Ну, также известно, что они вовлечены в когнитивные, в реализацию когнитивных процессов. Даже есть, да, холинергическая гипотеза болезни Альцгеймера, достаточно уже устоявшаяся 2003 года. Здесь мы такой яркой динамики не видим, как в дофаминергических и в серотонинергических нейронах. Здесь постепенно идет снижение, да, и такого ухода в значительный минус мы, в общем, не наблюдаем. Ну и третий тип нейронов, который был нами изучен, это нейроны Fruitless. Также известный факт, что они задействованы в реализации различных форм поведения, в том числе и поведения ухаживания. И здесь, ну, картина более-менее напоминающая, да, экспрессию в холинергических нейронах. Тоже вот такого резкого отрицательного значения мы не наблюдаем. И поэтому мы, ну, закономерно задались вопросом, можно ли с этим что-то сделать. Ну, то есть мы видим эффект, можно ли каким-то образом, да, его исправить. И вернемся опять к линиям с полиморфизмами. Этот график я уже показывала, вижу. Этот график верхний, вот, я уже показывала. Да, и мы задались вопросом, можно ли с помощью каких-то воздействий вернуть эту линию к норме. И мы воздействовали тепловым шоком, да, на эти линии, и дальше смотрели способность к обучению памяти. И оказался совершенно парадоксальный эффект. Да, линия агностик не только возвращается к уровню дикого типа, но даже в некотором смысле и превосходит. Да. То есть действие с таким стрессорным, ну, довольно слабым фактором, как тепловой шок, является необходимым и достаточным для возвращения агностика к норме. Поэтому мы посмотрели динамику вот по тем же временным интервалам, о которых я уже говорила. И что мы здесь видим? Да? Ну, в принципе, мы наблюдаем тот же эффект. Да? Вот здесь вот линия голубым, линия Кантонес, да, это без теплового шока, здесь с тепловым шоком происходит падение, да, индекса обучения. А если мы посмотрим на агностик фиолетовенький, вот он вот здесь, да, без теплового шока, то с тепловым шоком у него все значительно лучше. И улучшается способность к обучению памяти. В свете наших полученных нами данных по различной экспрессии лемкиназы в разных типах нейронов, дофаминергических, холинергических, да, и нейронов Fruitless, встает вопрос, что же будет, если подействовать на эти линии тепловым шоком. Увидим ли мы такую же картину, как мы видим для агностика? То есть станет ли им лучше? Да? Ну, вот как раз это тот вопрос, которым мы задались на сегодняшний день. И эти данные, да, сейчас находятся в процессе сборки и осмысления, и ясно, точно ясно одно, да, что нейроспецифическая экспрессия лемкиназы важна для обучения забывания. Если мы сможем получить, да, данные, показывающие, что в различных типах нейронов тепловой шок будет приводить к какого-то рода улучшению, да, то это говорит о том, что есть пути воздействия, не все так страшно. Возможно, есть один из подходов, да, к возможной терапии и разработке каких-то возможных физиотерапевтических подходов. Так, я, кажется, успела вовремя. Спасибо за внимание. Спасибо, Екатерина Александровна. Уложились вовремя, и даже осталась минута на буквально краткий вопрос. Кто хочет задать? Да, пожалуйста, Алла Валерьевич. Вопрос вот несколько такой философский. Сейчас появляются данные о том, что способность забывать – это не всегда признак больного мозга, да, а также и здорового мозга. И вот поэтому вопрос, когда используются такие когнитивные парадигмы, всегда ли нарушение памяти – это плохо? Или, может быть, есть какие-то подтипы, когда это хорошо? Вот, можете ваше мнение? Ну, знаете, у меня проблемы с памятью, я все помню. Да? Вот, и, конечно, стирание памяти – это врожденный необходимый процесс. Да? И она может вытесняться какими-то другими воспоминаниями, либо может быть какой-то негативный оттенок, да, и он, это забывается, либо что-то новое, либо это врожденная способность. Конечно, забывание – это неплохо. Это, я думаю, наверное, нельзя сказать, что это хорошо или плохо. Это так и есть, это естественно. Да? Но эти способности, они могут нарушаться. То есть организм может либо забывать
в так, большей степени, чем в норме, да? Либо наоборот в меньшей. Вот отклонение от этого, да, это вряд ли хорошо. А то, что оно присутствует, это, безусловно, нормальный процесс, конечно. Спасибо, Екатерина Александровна. Времени много вопросов. Я бы тоже задала несколько вам, но, к сожалению, да, мы должны...